Всем привет. Значит, нахожусь в центре Вены. Сегодня вечер культуры. Правда, не у меня, а у Саши Петко, вот кто его не знает. Значит, вышел на улицу погулять. Смотрю, тут Петков как бы в прямом смысле слова погрузился в австрийскую культуру. Вот. Так. На самом деле был сегодня очень хороший день. Было несколько положительных встреч, благодаря которым, я надеюсь, мы вернем приличную часть из того, что украли разные негодяи в молдавской банковской системе. Вот. Одна встреча запланирована еще завтра с утра. Сейчас вечером решил прогуляться для того, чтобы, ну, еще раз погрузиться в красоту этого замечательного города. Вы знаете, я в Вену влюбился еще в прошлом году. Это город, от которого я кайфую, вне зависимости от того, на какой улице нахожусь. Вот. Очень позитивный город, очень чистый город, очень красивый город. Я вам скажу, что очень много того, что я видел в Вене, а на многие вещи я все-таки смотрел как завхоз, как мэр города Бельце еще в прошлом. Здесь, конечно, есть чему поучиться. Я никогда не стеснялся учиться чему-то хорошему. Вот. Примерно такие дела. Так, Ильян Кашу, hello from Кишинев. Hello, мистер Кашу. Так, вижу очень многие ребята пишут с диаспоры, кто находится за рубежом. Наших здесь, скажу вам, почти что не встретил за сегодняшний день. Правда, правда никуда не выходил особо. Так, вижу, приглашают на свадьбу. Значит, Дарина и Андрей приглашают на свадьбу. 18.00, 4 октября. Значит... Но раз Андрей и Дарина приглашают 4 октября Бельце на свадьбу, значит приду. Тем более бельцам и бельчанам я должен пожизненно. Поэтому я, можете быть уверены, точно буду. Так, народным Лондоном. Фиатен со мной тераточешься. Да вода самая, камерга, кума, пингвена. Шихопш, шприн вум плохиш пись. Да ну-ка, спринт вам плохий штрес, ма прин пин Тель-Авив. Сау прин статель унитель Америки. А еще дупакум юштил, ну и не фунгандасел. Так. Интердин Мюнхен. Так. Ну, посмотри. Огромное количество туристов. Так. Вот турист болгарского происхождения. Гуляет. А? У Петкова тоже очень важная миссия, вам скажу сегодня. Кстати, это не шутка. Если новая власть меня пытается попытается посадить так же, как пыталась старая, должен кто-то быть на связи, чтобы довести до конца расследование связанное. Не просто с установлением тех, кто украл. Тех, кто украл, известно всем. А вот попытаться вернуть то, что украли. Поэтому, если что, это, за эту миссию будет отвечать Александр Петков. Вот. Так, Саутердин Израил Тель-Авив. Мирок Бес. Так, это где, спрашивают? Это одна из улиц
одна из центральных улиц Вены, одна из центральных прогулочных аллей. Значит, тут недалеко находится ресторан «Буковина». Вчера в нем были. О. Сам, может, сядем на бичклет, поедем по... Так. Салутер Димбелс. Да, бельчане что-то активные в этот вечер, я смотрю. Так. Так, а где была эта? Сейчас. Обратите внимание, вот Петков, и самое главное, что он медленно и уверенно приближается к очень известному шпилю. Вот видите, вот шпиль, а вот Петков. А то, что Петков находится рядом со шпилем... Александр, как вы себя чувствуете на фоне шпиля? Народ говорит, приятного отдыха. Вообще напоминаю, я специально... Вчера вылетел после обеда. Значит, сегодня была встреча с одной группой детективов. Завтра рано утром с другой. С теми, которые готовы в кратчайшие сроки. Значит, не просто найти украденное, а сделать все для того, чтобы... Молдавские власти два этапа смогли даже вернуть, как минимум, приличную часть того, что украли. Так. А тут прикольно пишет Павел Фрай, кто тебя посадит, ты ведь памятник. Это прикольно. Вот при Плохише что-то об этом никто не писал. Так, Салутер Дим Бруксель. Так, ребят, ну, вам всем хорошего вечера. На самом деле, просто хотел пожелать всем, тем, кто в отпуске, счастливо отдохнуть, тем, кто работает, доработать и уйти побыстрее в отпуск. Вот. Завтра еще поработаю, буду выдвигаться в сторону Кишинева. В воскресенье буду в Волконештах встречаться с нашими активистами. С утра в 11 буду в Луканештах, в 14.30 запланирован встреча с активистами в городе Басарабяска. Вот, поэтому ситуация хорошая. Планов очень много, будем их реализовывать. Поэтому нас ждут великие дела. Все, ребят, я вас люблю, хорошего вечера. Молдова, Теребеск. Мусань, не видим.